Наверное, товарищи, не зря, любуясь шагом армии чеканным, всегда припоминают ветераны другой суровый праздник октября. Была Москва пургой заметена, у мавзолея еле коченели, и шла по Красной площади война, усталая в простреленной шинели. То батальоны шли с передовой, шли на парад окопные солдаты, в тревожных небесах аэростаты качали удлиненной головой. Терзали тело Подмосковья рвы, убитых хоронил снежок пушистый, сжимали горло фронтовой Москвы траншеи наступающих фашистов. А батальоны шли с передовой, шли на парад окопные солдаты, недаром в небесах аэростаты качали удивленной головой. Кто может победить такой народ? Не забывайте 41-й год.